Добрый день, с вами Александр Рубец. Прошло очень много времени с первой части нашего видео по лечебной физкультуре, где мы с Костей Мусиенко рекомендовали всем ребятам, которые занимаются пауэрлифтингом, разминаться перед тренировками, делать заминку, также какие-то растяжки. И потом Костя отдельно записывал еще видео про мост жиме лежа и растяжку спины и всего подобного. Сегодня я хотел бы показать вам материал, который, в принципе, я снял со своей командой в Харькове, в клинике. Упражнения будут специфическими, как, в принципе, и в первом видео, которое вы видели на канале Дмитрия Спиридонова про спину. Получается так, что будем разбирать самые такие активные наши подвижные суставы, на которые очень часто жалуются спортсмены, которые занимаются пауэрлифтингом и подобными видами спорта, такими как тяжелоатлетика и кроссфит и всему тому подобное. Поэтому сегодня будем смотреть в первую очередь разминка, как правильно разминать колени перед нагрузками, локти и плечи, в принципе, там будет все рядышком. Поэтому начнем с коленей. И показывать все упражнения будет мой товарищ, доктор украинской спортивной клиники, беспамятный Дмитрий. На его примере будем смотреть все упражнения. Так, из чего мы начинаем? Мы начинаем раскатку бедер. Раскатка бедер нужна, в принципе, всегда и везде. И кто не знал, как правильно нужно раскатываться, даже можно начинать раскатку с икр, потому что все равно вся раскатка, она идет снизу вверх. Ну, так правильно, по-научному, и так нужно. Раскатываем, в принципе, бедро со всех сторон, с четырех сторон, как он Дима показал. Раскатываем заднюю поверхность бедра, латеральную, квадрицепсом раскатываем и внутреннюю часть. Он покажет дальше, как раскатывать нужно. Ну, это сейчас квадрицепс он будет раскатывать. Раскатываем все, в принципе, в пределах 15-20 секунд на каждую зону будет достаточно. Теперь будет внутреннюю зону прокатывать. Такого точно никто из вас не делал. Поэтому тоже такое специфическое дело. И опять же, повторюсь, я пробовал делать это, допустим, на вот этом ролике. Это ровный ролик, без шипов, без каких-то массажных таких примочек. И на нем очень комфортно раскатываться. Лучше, чем массажным роликом. По крайней мере, это реально. Это дальше пошла уже разминка самого коленного сустава. Коленной связки, можно так сказать. Мы просто делаем нагрузку на носок, перекатываем. Вес перекатываем и такими тянущимися. Это уже более сложная вариация. Она нам не нужна. Я думаю, ее лучше не использовать. Опять же, хочу нажать паузу, вернуться к тому варианту упражнения. Мы просто делаем акцент до предела того, чтобы пятка не отрывалась. Просто давим в носок и немножко в связку по степени возрастания каких-то дискомфортных ощущений. То есть не достигая каких-то болевых ощущений, просто тянущиеся движения. Следующее упражнение у нас получается как выпады. Выпады со стабилизационной резинкой. Получается, стараемся делать по одной оси. В принципе, на видео очень хорошо видно, как это все происходит. Никаких тут секретных этих дел нету. Все, опять же, в пределах 10-15 повторений, нескольких подходов. Не нужно делать это с весом, с гантелей, еще чего-то. Дальше уже пошла чуть-чуть выше у нас. Тазобедренный сустав даже пошел, потому что, в принципе, без коленей тазобедренные суставы никуда не деваются. Вот такая вот специфическая разминка. Вы, в принципе, можете ее делать, ну, главное, не на твердом холодном полу. Обычный каремат вам будет в помощь. И тут он переходит сразу к плечам. Плечи, потом будут локти. Ну, тут, в принципе, такое упражнение часто кто встречает в своих разминках и вообще в профилактических каких-то движениях. Это похоже, немножко другой вектор для разминки плечевого сустава. Локоть старается прижатым держать корпус он. Вот. И лопатку, акцент делаем на лопатку. Лопатку здесь не надо никуда девать, а ее стараться надо стабилизировать. Так же, как и плечо, и локоть. Это самые главные вещи, на которые здесь нужно обратить внимание. Здесь, опять же, он меняет вектор нагрузки. Тяга вовнутрь, получается, идет. Ну, это тот же самый упражнение, просто другая вариация. Делаем как в одну сторону, так и в другую. Это уже пошло немножко растяжение плечевого сустава. Мы, получается, не вперед валимся, как показывает доктор, а проворачиваемся немножко вокруг своей оси, чтобы сделать не надрывы, а растягивать грудную и плечевую мышцу. Но это уже вообще специфическое упражнение дальше пошло такое. Тут надо постараться вникнуть немножко.
оно может выполняться в трех вариациях, как статодинамическая, типа и статика, и динамика вот сразу вместе, либо только динамика, либо только статика. Вот сейчас делается только статика, если вы просто отходите, вот сейчас уже начинается динамика, когда он двигает рукой. В принципе, можно это менять, как доктор говорит, и делать просто статическую, отходить вот так без, вот видите, просто статика. Вы просто шагаете и стараетесь держать лопатку и плечо, трицепс, локоть, ну, в прямом состоянии. Вот. Также сейчас он, наверное, продемонстрирует нам, как это делается в динамическом стиле. Вот, просто стоите на месте. Ну, это, да, опять же, статика с динамикой. Можно просто стоять на месте и назад делать такие короткие движения для плечевого сустава, для заднего пучка, и для сустава, и для локтя тоже это приятно. Резинка, опять же, не должна быть сильно какой-то тянущейся. Резинка легкая. Немножко должна быть нагрузка для того, чтобы... И опять другая же вариация этого же упражнения, другая вариация идет для переднего пучка уже больше и немножко для грудной. Ну и бицепс растягивать получается здесь. Бицепс, кстати, тоже нужно растягивать, потому что в нашем деле, если становую тягу делать закрепощенным бицепсом, могут быть потом какие-то травмы бицепса, которые вообще нам никому не нужны. Пошла разминка кисти и того же локтя продолжается. Здесь получается, это палка, вот это, я правильно не знаю, как она называется, она весом около 7 кг. Видите, верхняя часть длиннее, для того, чтобы был перевес. Это можно делать, в принципе, с каким-то легким грифом, 10 килограмм, больше точно не нужно. И вот такие вот, стараемся держать локоть прижатым к ноге и вращать в одну сторону и в другую. Следующее упражнение, в принципе, его часто встречали не в такой вариации использования, а больше как просто гриф брали. И есть такие старые тренажеры, на которые привязываются какие-то блины и поднимаются вверх, вниз опускаются. Ну вот как легкая замена такому, можно привязали в данный момент к моей ноге, мы это дело, и проворачивать туда-назад и разминать таким образом кисти. Я думаю, что пару подходов по 5-7 таких прокрутов достаточно нормально разогреет ваши кисти, суставы и мышцы предплечья. Потом у нас идет раскат. Раскатка — это вообще одно из самых важнейших дел, и тут все тоже надо смотреть. Мячик этот жесткий, это не теннисный мячик. Это как мячик для гольфа, что-то такого плана. Ну, это специальный мячик, резиновый, просто уж он жесткий. Чтобы вы знали, что мягкий мячик не получится использовать. Раскатываем грудную мышцу, плечо раскатываем по всем трем фронтам. И впереди, и сзади, и сбоку. Эта раскатка уже у нас идет предплечье. Предплечье, все раскатки очень нужны и очень важны. Потому что бывает, когда застаивается и лимфа, и вот эти крепатуры появляются. Частичные такие... Потом может происходить, как это сказать, компенсация за счет другой мышцы или за счет другой стороны. Мышца начинает дисфункционировать, потому что она уже не должным образом не расслабляется, также должным образом она из этого не напрягается. И идет потом дисфункция, что в принципе случается у меня сейчас с грудной мышцей часто. Это раскатка бицепса пошла. Две вариации возле стенки и просто рукой. Можно раскатывать. Угу. Грудные мышцы очень надо раскатывать. И даже по центру. Даже не только просто по кругу раскатывать, а даже по центру вот эти хрящики тоже очень нужно раскатывать. Ну, так, в принципе, это была короткая разминка. Я думаю, что каждый для себя найдет какие-то интересные упражнения и включит это в свой рацион в разминочный. Я думаю, что эта информация была полезна. Спасибо вам за просмотр. До свидания.